все казалось даже проще. Ну, то есть, может, потому что я уже научилась, но у меня все получилось нормально. В чем вообще типа, у нас двое рабочих, один строитель. То есть там все нормально. Это странно, это очень подозрительно. Собирайте урожай, давайте. Вы собрали урожай? Вы. Я так что-то не поняла. Слушай, Фантомик, ты же играл. Яблоки-то у нас сами собираются в конце осени или все-таки нет? Ну, то есть, как-то оно очень странно. Ну, то ли они просто гниют из-за того, что их не собирают, то ли все нормально. Вот. Честно говоря, иногда непонятно. Нет, не надо. Нет, Фантомик, пожалуйста. Нет. Мне страшно, давай мы не будем заниматься этим. Это же звучит как-то неправильно. Хо-хо-хо. Вот. Термин назначен, то есть все по-хорошему нормально, просто что почему-то чего не хватает. Запас еды на исходе? Вы серьезно, ребят? Хорошо, здесь у нас, допустим, не на исходе он. У нас 351 еды, но при этом... Что за патч? Что это за патч? Я даже не слышала такого, господи. Биттер ТВ. Прослушивание музыки, просмотр видео. Сейчас я загуглю, что это такое, честно говоря, но... The Better Show. Хорошо. Я просто помолчу, потому что я, честно говоря, не понимаю, что сейчас здесь происходит. Честно говоря, как ни странно, я немножко развеселилась. Hello, Leonardo DiCaprio. We happy to see you today with us. Again, yes. All my chat, it's Russian person. Yes. And if you have any questions, go. Just do it. Mm-hmm. Я, честно говоря, сейчас занимаюсь абсолютно тем же самым, то есть я не понимаю, что происходит в этой игре. Ну, то есть как, понимаю, но при этом как-то так. Конечно. Of course, we have... Привет, Родион. Мы, на самом деле, недавно начали. Зима! Твою мать, зима, ребята! Так, все, мы здесь, значит, короче, закончили. Значит, можно увольнять всех к чертовой бабушке. Главное, не забыть потом их назначить. Вот, на самом деле, я поняла, вот в чем проблема. Надо просто все успевать. Ну, какая мерзость. Бобик. Что? Что, бездомный? Серьезно? Откуда ты? Откуда ты, гребаный бездомный? Или ты не бездомный? А, все, он не бездомный, все нормально. Парадокс. Давайте глянем, что у нас вообще по домам происходит. Смотрите, у нас по 4 человека примерно. Фига себе, друг, бедняга. Хотя, на самом деле, я очень люблю такую погоду. I think it's just a joke. We, Russian language, Russian people, we love everything. And everybody, but... I don't know. What should I say? Я даже не знаю, как это перевести. Смотрите, что у нас есть. У нас есть мало еды в этом доме. Черт возьми, это очень плохо. Но дров мало тоже. Так, здесь у нас дохрена еды, хватит на зиму. У этих ребят... Ну, не хватит еды на эту зиму, но так, очень плотненько у этих. Знаете, что это значит? Это значит, нам надо всех перекидывать, короче, на охотников и прочее.
То есть у нас будет 4 человека, охотников. Паршиво, да? Дрова есть, то есть дров хватит на эту зиму. А вот еды, видимо, нам надо в следующем году строить еще одну ферму. А это значит, нам нужно больше людей. Как-то все у нас, короче, неразмерено. Собиратель на зиму, по-моему, тоже не работает, да? Кстати, как и травник. Кстати, да, фантомик, а травник вообще работает по зиму? Зимой? Ну, то есть, птичке ему делать нечего, ну, просто видишь, вот это. О, привет, Сауф! Мы тебя рады видеть. У нас недавно сиди. Мы недавно сидим, вот. А Баништ мы играли в одном, на одном из стримов в него, и, в общем, сейчас вот доигрываем, условно говоря. Как доигрываем? Бесконечная игра. No. Блин, я даже не знаю, как объяснить. Объясните, короче, ему, что мы улыбаемся только тем, кто это заслужил в наших глазах. Как-то так. Хорошо. Травника минус один. Вот так. Волли травника, черт возьми! Собиратели, я как понимаю, зимой тоже не работают. Хотя пусть один остается. У нас есть лесник. В топку лесника. У нас есть 4 шахтера. У нас есть 4 охотника. Блин, да у нас все есть. Мы великолепны. Фух. Я себе, ребят, вы видите это, да? Нас аж 20, вы понимаете? Сейчас я даже открою списочек, зачитаю. Ну зачем зачитывать? Ну я почти всех знаю. Нет, я всех знаю из этого чата. Фига себе, ребят. Мы, у нас сегодня общий сбор почти что. Смотрите-ка. Может пойдем в поезда? Ха-ха-ха. Нет, я знаю, что всем надоели поезда. Я не знаю, зачем всем надоели поезда. Поезда великолепны. Мы их почти закончили, кстати. У нас осталась последняя миссия. Честно говоря, если бы я ее не заложила в прошлый раз, то все было бы даже лучше. Вот, то есть мы бы закончили поезда насовсем. У нас сейчас зима. У нас есть домик лесника. Он сажает и рубит. Все нормально. Ну, то есть, серьезно, ничего не происходит. Круглосуточно, а круглогодично ли? 3 штуки. Да, музыку смотри. Заходишь, короче, в группу. И вот под последней записью оставляешь. Как-то так. Так что, мы собирались тогда надо еще поставить несколько, да, говорите? Сейчас я должна вспомнить, как здесь дороги делаются тогда. Как здесь делаются дороги? Кто-нибудь помнит? Да, вот так здесь делаются дороги, вероятнее всего. Будем строить вот сюда грунтовку. И поставим еще парочку. Нет, одну хижину собирателя хотя бы. Пусть она, кстати, вот сейчас начинается. Поле. Нам еще нужно будет поле. Вот здесь мы построим, видимо, поле, чтобы они нам не мешали. Просто понимаешь, в чем проблема? Когда я начинала игру, понятное дело, что вот этот собиратель, он стоял просто вообще отдельно на ошибе хрен где. Вот. А теперь он просто вместе со всеми. Вот в чем особенность. Значит, собиратель. Как-то здесь. Давайте мы его поставим. Вот. Что у нас? 5-8. У нас 6 рабочих. Ребята, у нас куча людей выпустилось. Да! Да, у нас есть свободные люди. Ну, правда, они сейчас пойдут работать на полях, и нам нужно еще одно поле. Пока надо... Кстати, можно его насеять. Чё? Ну, в смысле, поставить, чтобы поле было готово. Знаешь, в чем проблема? Я не знаю, как у тебя, но у меня вся еда хранится у них в домах. Ну, то есть, серьезно, они не кладут их, не складывают их в амбар вообще. Хо-хо-хо. Я уже купила, на самом деле. Семена бобов я, по-моему, купила. Да, семена бобов именно. Мне нужно поле. Поле. Я думаю,
8 на 7 самое то по размеру. Нас будет его обрабатывать один человек. И самое время начинать новую музыку, потому что у нас есть мой любимый ремикс от Робо-Зомби. Спасибо, панда! Ну ладно, ладно. Два взрослых и одного ребенка. Раз, два. Ладно. Ладно. Смотри, вот этому уже 17, он же может отселяться вполне себе весело. Давайте мы построим ему дом. Потому что любой взрослый ребенок должен иметь дом. Даже у меня есть дом. Зачем он мне, я не знаю, но у меня есть. Давайте построим дом рядом с кладбищем. Я, как понимаю, им на это наплевать. Я вообще не помню абсолютно, как они вертятся. Серьезно. Блин, я забыла. Нет, явно не так. Черт возьми. Ладно, это не важно. Строим еще два дома. Для этого нам нужно увеличить количество дровосеков. Нет, дровосеки у нас делают дрова, а не бревна. Точнее. Значит, нам нужно увеличить количество этих. Ну, вот этих, короче, ребят. Вот этих. В домике лесника должно работать больше людей. О, черт, только не говори, что весна. Нет, нет, пожалуйста, это вот теперь. Да, это поздняя зима, отлично. Кнопка-то не работает. Панда, хочешь, мы просто поиграем в Vice City? У меня стоит. Хотя нет, не на этом компе. Но тем не менее, поставить Vice City дело 3 минут. А, ну у меня в Стиме даже есть. Можно, знаете, гонять, короче, как. Опа. Сейчас, короче, начнется весна. Горячее время. Да, ребята, горячее время. Короче. Раз. Работать. Два-с. Работать. Три-с. Работать. Стоп, здесь у нас один человек работает, да? Да, да. Работать. Эй, где моя... Где моя возможность поставить больше фермеров? Что не так? What the fuck, man? Что-то не так, ребят, мы же могли поставить 5 фермеров, например, спокойно. А где мои 5 фермеров? Где мои 150 фермеров? Соглашусь, это лучшая игра из серии. Ну, то есть в этом плане мы постоянно там спорим с теми, кто любит San Andreas, но нет. Vice City круче San Andreas, по-моему. Ну, правда. Ну, правда. Что не так с этим? Нет граждан. Все, я поняла, извиняюсь. Нам просто нужно убрать строителей. 4-5. Все, у нас везде есть. Пусть они работают. Нам придется кого-то еще выполнять, чтобы... Блин, как же у нас мало людей. Нужно больше людей. У меня еще 9 детей есть. Ну, тут уж извините, я, может, тоже плаваю как топор. Значит, я тоже могу сгодиться на ГГ Vice City. Можно и так, и так. Ну, то есть, правда. Какая разница? Кого мы увольняем? Так, давайте мы уволим тогда дровосек. А, пока можно не увольнять, попозже. А, нет, просто вот отсюда надо ударить одного человека, потому что больше лесников нам не нужно. Так. Предел производства. А тогда нам надо продавать эти ресурсы, потому что у нас есть такая возможность. Вот и все. Железные инструменты, пусть здесь будет хотя бы сотня. Ну, то есть пусть он работает. Мне тоже так кажется. Я все детство провела в Vice City и в Рыбке Фредди. А потом в Алисе. Но это все не важно. О! Понятно, все, я поняла, откуда вся мысль.